Острый перец Конго Тринидад. Это одна из разновидностей перца хабанера. Вот такой вот высокоурожайный. Я выращиваю в открытом грунте. Вот видите, сколько здесь плодов. Очень-очень много. Вот кустики рядом. Посмотрите, довольно крупный перец. Острота у него от 150 тысяч до 300 тысяч. Ну, практически, можно сказать, как у хабанера Red красного. Того 250-350 тысяч. Это не высокорослое растение. Высота у него может быть, если в горшках выращивать, от 50 сантиметров. Если будете выращивать его в теплице, он может достигать высотой в 70 сантиметров. Довольно острый, со своим привкусом и ароматом хабанера. Вот такие вот плоды. Тут очень-очень много на кусту. Высокоурожайный сорт. Я его выращиваю в открытом грунте. Вот он, видите, еще до сих пор еще цветет. Вот урожай я собираю. Вот сейчас у нас конец августа. И вот такие вот перчики. Очень красивые. Очень изящные. Так, это растение у нас родом из Тринидада и Тобаго. Если выращивать его, его следует высевать на семена, то есть на рассаду, ну, где-то с 15 по 20 января. В открытый грунт, либо в теплицу можете высаживать его, уже рассаду, как только позволит погода, после первых, по окончанию заморозков возвратных. Вот такой вот красавец. Очень-очень много перцев. Очень-очень много. Смотрите, тут просто кошмар, сколько. С одного куста, вот я насчитал, 49 штук. Очень хороший. Красавец. Сейчас мы сорвем. Я вам покажу, как он выглядит в руках. Вот такой вот перчик. Вот один. Вот тут еще есть сейчас. Вот один еще. Очень хороший плодовитый сорт.